Бельгия – сердце многих европейских организаций. Одна из самых прогрессивных стран и лидер во многих отраслях. Она славится дождливой погодой, отменным пивом, восхитительным шоколадом, а также чудесными вафлями. Конечно, для бюджетного туриста она считается не самой привлекательной. Назвать цены демократичными нельзя, однако страна очень колоритна и гостеприимна. Предлагаем вашему вниманию список самых интересных и уникальных фактов о Бельгии, ознакомившись с которыми, каждый сможет узнать что-то новое. Ведь эта информация поможет проникнуться культурой и местными обычаями. Бельгия не просто страна, а королевство. Здесь есть король и королева, замки, подданные и так далее. Все как полагается. Кроме того, Бельгия является негласной столицей Европы. Тут расположен Европарламент, Еврокомиссия и штаб-квартира НАТО. Дождливых дней здесь больше, чем солнечных. Бельгия – одна из главных пивных стран Европы. Ее арсенал насчитывает более 800 тысяч сортов пива. Вы представляете, за одну жизнь попробовать просто нереально. В школьных столовых Бельгии до 1970-х годов ученикам полагалось пиво, которое затем вытеснила газировка. Некоторые активисты до сих пор ратуют за возвращение пива в меню для школьников. Отметим, что речь идет о столовом пиве крепостью до 1,5 градусов. За год Бельгия производит более 200 тонн шоколада. Вы только представьте. Кроме того, страна славится своими вафлями. Эта небольшая страна является одним из немногих государств, где узаконена эвтаназия – добровольный уход из жизни в случае неизлечимой болезни. Если вы хотите купить уникальный алмаз, то вам не найти лучшего места на всей планете, нежели Бельгия. Именно эта страна признана главным центром продажи и обработки алмазов. В местной столице Бельгии, Брюсселе, есть всемирно известный фонтан – писающий мальчик. Для него сшито более 600 костюмов, в которые его наряжают в честь праздников и фестивалей. Голосование на выборах в Бельгии не право, а обязанность каждого совершеннолетнего гражданина. Слово «спа», под которым сейчас подразумеваются различные оздоровительные и расслабляющие процедуры, произошло от бельгийского города-курорта Спа. Самый популярный городской транспорт в этой стране – это велосипед. Но его лучше цеплять защитным тросом к какому-нибудь забору, велосипеды тут нередко воруют. Астрономам здесь делать нечего. По соотношению уровня освещенности к общей площади страны, Бельгия занимает первое место в мире. Как следствие, световое загрязнение не позволяет вести наблюдения за ночным небом. Бельгийские шоссе так ярко освещены, что ночью их можно увидеть с поверхности Луны. Также в Бельгии огромное значение уделяется спорту. Футбольная сборная страны – одна из сильнейших сборных в мире. Вот такая она, эта небольшая европейская Бельгия. Очень чистое и необычное государство. По возможности, конечно же, побывайте там и напишите в комментариях ваши ощущения. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.